Ежегодно количество образовательных организаций города Чебоксары, которые принимают участие в грантовых конкурсах, растет. Столичные школы становятся победителями в конкурсных отборах на предоставление грантов в форме субсидий на федеральном, региональном и муниципальном уровне. В этом году три средние общеобразовательные школы номер 17, 36 и 39 города Чебоксары стали обладателями гранта Министерства просвещения Российской Федерации, общая сумма которого составила 3 миллиона рублей. Гранты направляются на укрепление материально-технической базы, развитие лабораторной сети и материальное стимулирование педагогов, работающих в этих научно-исследовательских центрах. Грантовая деятельность надо усиливать, потому что это направление перспективное. Мы видим, как растут наши педагоги, как учителя обладают новыми компетенциями и навыками, и, естественно, их передают для наших детей. А самим школьникам тоже здесь большое подспорье, потому что это новая лаборатория, это новая цифровая техника. Одним из обладателей гранта стала средняя общеобразовательная школа номер 36 города Чебоксары. Там будет реализован проект «От школы к профессионалам будущего». В рамках проекта планируется использование новых форм преподавания и проведение промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету технология. На средства гранта в школе планируют оборудовать кабинет, где привычный школьникам предмет технология разделят на три модуля – основы робототехники, основы веб-дизайна и графический дизайн. Каждый модуль завершится защитой проектной работы или демонстрационным экзаменом с привлечением экспертов WorldSkills, работающих в организациях-партнерах Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского и Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. Произойдет практическое знакомство наших ребят с миром профессий, приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, самоопределение наших обучающихся, и будет обеспечена преемственность перехода от основного общего образования к среднему профессиональному образованию и высшему образованию. Вот такой подход, мы считаем, несомненно, будет способствовать получению современного качественного образования, которое будет отвечать всем практическим задачам инновационного развития нашей страны. Грантовые средства будут направлены на закупку инновационного оборудования – 3D-принтера, 3D-сканера, программного обеспечения, планшетов, проектора и компьютера, приобретение необходимой литературы и методических материалов. Елена Державина, Анна Сармандейкина, Дмитрий Федоров. Жизнь столицы.